Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение партии за Аравию в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели начало, то рекомендую прямо сейчас перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Пока я тут искал, кому предложение сделать. Это меня зато ни одной научной ГГшки нет здесь. The four building blocks of the universe are fire, water, gravel. Так, в храмах я теперь могу апостолов покупать. Сколько стоит? 200. Так, давайте в сцене амбар сделаем. 21.38. Ну, мне нужны священные места, они будут процент к науке давать. Они мне просто нужны. Так. Давайте полечимся пока. А, подождите, это медресе будет давать. Стояночка, я, блин, вообще... Где тут универы-то? Я их, по-моему, сразу могу строить. Я совсем забыл. Или я в каком-то другом месте, они просто открываются. Вот, медресе. Он вместо универа, медресе это точно, но оно... В каком-то другом месте. Мне там не убили Трирему, потому что по Трирему сейчас будут обстреливать.
стремя убыстрилось за счет феодализма. We are all apprentices in a craft where no one ever becomes a master. With the advance of feudalism came the growth of iron armor. Так, давайте поменяем. Это оставим. Давайте к производству кавалерии. Надо моих мамлюков чуточку поднастроить, только надо сначала лошадей обработать тут. А, он просто по соседней клетке стреляет, тогда нормально. Тогда мы выживем. Я с Амстердамом, кстати, не воюю случайно. Плюс две науки, плюс две веры. Математика не ускоряется. Я все еще до сих пор кампус не построил нигде. Ну вот, два хода как раз ускорится. Не знаю, оракул. Стоит ли... Давайте, наверное, водяную мельницу все-таки построю. Пока, я думаю, тут довольно долгое будет развитие, судя по всему. Так. Я бы в Амстердам отправил. Или в Лиссабон даже. В Лиссабон, наверное. О, Нанмадол хочет торговый путь. Это здорово. Так, куда еще отправить? В Карфаген вот тут уже бегал. Так, куда у нас больше всего золота? В Бандар, Брюней, Нанмадол, Торонто. А производство? Алексей, я тебе там предложение кидал. Да, сейчас посмотрю. Ну, давайте... Провести мобилизацию 370. А что если взять? Смотрите, тут сколько мяса у Бандар Брюнея. Что если взять всю эту армию и на испанца навалиться? Да не, вряд ли. Не получится. Ну, типа они слишком слабые. А ты госслужбу еще не открыл, да? Я нет.
I were again beginning my studies, if I were again beginning my studies, I would follow the advice of Plato. Вот я бы Петру в Алеппо построил теперь. Ацтеки, привет. Привет. Будет что на торги? Ну, гипс, но чуть попозже. Ну, если что, кидай, потом. Окей. Так, ну, пора уже рыбу обработать, пожалуй. Хотя, может, китов этих обработать, как редкий ресурс, может, с кем-нибудь поменяюсь еще. Да блин, сколько их тут стоит. Я, пожалуй, вернусь. Так, Петра. Раз можно строить на пойме. Хотя вот этот треугольничек, он, вот тут три фермы можно делать, поэтому я, наверное, вот лучше здесь построить. Да, придется 80 купить, но... Или подождите. Я просто вот... А, я не могу тут у Саны забрать эту клетку. Жаль. Had a bargain, unless they have cheated a merchant. Плюс два жилья. Вот это можно взять, кстати, жилье с тремя районами. Я так и не начал еще кавалерию производить, между прочим. Давайте пока это уберу и возьму. Сейчас будет третий район, тут тоже скоро. А тут вот уже в Думьяте, наверное, да, в Думьяте уже есть третий район, поэтому хай растет. Не устаю напоминать о глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Игра в публичном бета-тесте, но там уже куча всего интересного. Если заглянете и решите зарегистрироваться, то не забудьте ввести словосочетание «Лёша Рептилоид». Получите лично от меня приятные бонусы для старта. consolewar.ru. Население города до 10 надо довести. Ну, в принципе, Думьят я могу довести до 10. И вот Каир особенно. Каир, кстати, получится довести. Там у меня куча ферм.
Так. 326. Как бы действительно испанец на меня не напал. Чё-то меня это беспокоит, начинает. Хотя он со мной, типа, заключил. Блин, это 10 ходов всего. С другой стороны. Надо мне вести туда скаута и тут как-то контролировать. Он может Карфаген взять. У нас по великим людям. У испанца пророк. И флотоводец. Блин, как бы он морскими юнитами на меня не решил нападать. Ну, флотоводец, у него, я вижу, у него только две гавани. Две гавани. Ну, две гавани могли уже набить, конечно, флотоводца. Ага, тут только... Тут два района, надо третий строить. Надо думьят на еду. Ну блин, 5 ходов, он долго будет расти. До 10 человек. Думаю, где рабочего сейчас еще прикупить и лучше обработать клетки. Наверное, а, ну что тут рабочий идет китов обрабатывать. Дальше в Думьяте библиотека построена. Строим медресе. Так, в Бандар-Бруней и в Нанмадол я уже отправил. Давайте в Торонто отправим. В разные города отправляю, чтобы торговые посты основались. Значит, из Медины бегает, из Саны бегает, из Алеппо бегает, из Мекки бегает, из Думьята бегает. Значит, надо купить в Каире. Здесь водяная мельница у нас на пшеницу и рис. Ну, рис есть. В принципе, да, давайте, блин, гавань. Не хочу я тут гавань. Давайте промышленную зону. Она тут неплохо будет работать. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре. Нет, раз, два, три, четыре, пять. Вот тут надо ставить. Ладно, да что у меня все... Да стали у меня чудеса тырить.
Так. Что у нас есть? Киты, ртуть, сахар, чай, специи. Что-то не с кем. Ну, давайте, не знаю, кофе или трюфель на киты поменяю. Вдруг там какой-нибудь человек обработает. Так, ребята, кстати, у некоторых уголь уже есть, то есть они уже в военной инженерии. Некоторые даже дальше, я думаю. Что по армии? Я, конечно, халявлю с армией, но... Блин, 392. Я не думаю, что Испания все-таки будет нападать. Но это как-то странно. По-моему. Все равно веду сюда этого. Ну вот рыцари уже стоят, то есть он вышел в рыцари, апнул их. Сейчас посмотрим, сколько сила будет. Может, он просто моих мамлюков боится. Ну, 472, то есть он прошлым ходом их апнул. Надо бы мне тоже всадников поднастроить, я думаю. Так, подождите, а где еще мой один... лучник. А, да. Боялся, что разграбят мне. Вот, Перикл, здравствуй. Здравствуй. Да ты олигарх, я смотрю. Мне бы вот олигарх, тут говорю. Военный лагерь поставить просто. Ни так. У кого столько денег нет. А кто там? Это всадники в мамлюков или тяжелая колесница? Испанец, а как насчет союза? Ты не против? Ну, пока не против. До казаков. Ну. О. Приглашение, дружбы, предложение. Тяжелая колесница, давайте. Так, я возьму следующим ходом плюс к производству. Отправил? Вроде да.
Хотя я думаю, испанец... Не знаю, зачем тогда он армию такую строит. Он меня спрашивал про госслужбу, видимо, союз хотел заключить. А, ну блин, союз он может хотеть заключить, чтобы увидеть, что у меня нифига нету армии. Как раз настроить и напасть на меня. Вот. Какой у него подлый план был. If your actions inspire others to dream more, в Магдебург у меня уже бегает. Блин, я не хочу в Фарсалу вот так вот дорогу, чтобы на Медину было легко нападать, прокладывать. Немец со стеком воюют? Нет. Я о дружбе объявил. Чего воюют? А, пардон, перепутал. Давайте акведук я пока не буду строить. It's all papers and forms. The entire civil service is like a fortress made of papers for. Так, значит, берем. Создание кавалерии. Дальше нам торговая республика вообще-то нужна. Да, у меня висят еще эти, но я думаю, наверное, на Лиссабон их потратить. Странно, и сработала моя особенность с последним пророком, и сработала медресе, пока мое работает. Так, давайте я апостола куплю. Хочу укрепить веру. Единственное, я не понимаю, нафига грек строил Стоунхендж,
И у него, видите, он свою религию вообще никак не распространяет. По-хорошему. Видите, у меня тут давление выше иудаизма на его города. Через 7 ходов станет. Ну вот на Каир надо распространить. Так. Проповедую верование. Что возьмем? Давайте защитник веры возьмем. Испания уже торговая республика, мне еще открывать фиг знает сколько ее. Так, а где у нас, по-моему, как раз военные подготовки? А, нет, в наемниках. Ну да, мы в нее идем. Я сейчас 8 наземных юнитов. Ну, скидка на все улучшения юнитов 50%. If it's natural to kill, how come men have to go into training to learn how? Так, возьму сейчас первый посол отправленный и позапихиваем, во-первых, в Лиссабон, во-вторых, в Амстердам. Еще один посол в Амстердам, еще плюс 4 будет, видите? Пока по деньгам нормально. У меня проблемы с производством. У меня очень непроизводственные места по-хорошему. По-плохому, даже сказал. По-плохому непроизводственные места. Так, медресе завершено. Сорок семь вход, 46, 52. Но у меня с наукой сейчас еще получше. Я еще не все медресе построил. У меня будет лучше. У меня с культурой плохо. Ох, 79 уперекло, вообще трындец. Ну, это уникальные районы. Ну, армия это еще ничего. Вот Филипп еще города в свою веру обращает. А что у него за религии? Но он, кстати, не взял ничего. Но пока. Ну, он, может, потом возьмет в укреплении. Через 150-90, вот это долго, конечно, будет обращаться, но я хочу сейчас свои... Так, наемники ускорены. Книгопечатание ускорено.
что-то испанец засоюзил Карфаген. Ну и, соответственно, у него куча этих военных лагерей. И там всю армию строит и строит. Ну что, я сейчас тоже поднастрою. И апну в мамлюков. Буду стоять тут смотреть, что он делает. Еще запретный город построили. Геликарнас испанец, запретный город грек. У нас такое чисто развитие идет без войны особо. Так, а чем мамлюки круче заменяют рыцарей? Восстанавливают здоровье в конце каждого хода, даже после движения или атаки. 4 перемещения, 48 мощи. А, ну все то же самое. То есть тут просто восстанавливает здоровье. Ясно. Почему он не любит этого торговца? Я возьму. Два посла все-таки. Вообще не помешает. Так, я могу отправить его, может, в Торонто. Но у меня же сейчас висит это одного, да, дает двойной эффект. Вообще, я бы и в Арму отправил, и в Торонто. Так. Так, я думаю, хватит тогда. Будет там все по одному ходу, как раз с тремя открою и открою наемников и апну следующим ходом все это дело. Twixt the stirrup and the ground, mercy I asked, mercy I found. Блин, прикиньте, не достроилось. По одному ходу было написано, и оно не достроилось. Идиотизм. In peace, one is despoiled by mercenaries. In war,
by one's enemies. Ну и вот видите, это сейчас не работает, фигня. Хрень. Хотел скидка на улучшение юнитов. Блин, надо было на один ход апнул арбалет. Вот чуть, а ну это она бегает пока. Еще галеры бегают. Так, арм что дает? Ваши строители могут строить монастыри. Что за монастыри? Как у меня тут сила? О, 564 у меня сразу стал. Класс. Может, Карфаген захватить? Неплохой город вроде. Так, ну 3-2 это еще нормально, 2, а вот в сани 6 ходов это долго. Куда это мамлюки собрались бежать толпой? На Карфаген. Да зачем тебе Карфаген? Ну, у меня нету больше места, куда селиться.
The pen might not be mightier than the sword, but maybe the printing press is heavier than the siege weapon. Just a few words can change everything. Что у нас там по торговле? Две ртути. Кстати, и торговля ресурсами то тоже явно не на 10 ходов. Тоже на 30, похоже, заключается. Может быть, все на 10? Ну, не знаю, просто... Как-то, наверное, должно скалироваться, соответственно, производству. Что это за фрегат тут? Контролирует ситуацию. Чтоб твои мамлюки дальше не побежали. Давай тормозить, Перикла. Так, ну что, не убьют? Я с моря его не достану. И у нас союз. Да, тут в патче, получается, эти юниты невозможно ставить под защитой. Вот этот просто подводить к Карфагену надо, и тогда... Блин, не убили. Тут будет сурово ГГшка отбиваться, между прочим. Ну, сильно. Скаута моего.
твоими арбалетами. Я думаю, может быть, ты хочешь отвести к греку. А чем сейчас арбалеты? Как я смогу арбалетами драться против грека? У грека мушкетеры. Ну, там уже сейчас все армии нарастили. Там уже скоро будет кал. Все еще нет. Как насчет вместе с Алексеем поделить, да, греком? Да, персу, например. При грека. Больно бьют, вот сейчас поэтому все пострелять. Такое ощущение, что они убьют это. О, убили. Кого? Арбалеты убили. Ну это хрень. Очень больно бьются. Не подводи. Хочу на грека нападать и заниматься его распилом, если... Они там хотят, у меня тут есть свой... как это... свой театр военных действий. Мы купим миссионера. О, и этого Иват. Как недостаточно веры. Может, тут не 15, а 150? Значит. If you see a castle under fog, you must walk there to meet the exit.
Так, священное место, кампус, центр коммерции. Может уже... Нет, давайте библиотеку. Надо медресе везде построить. Странно, что я два храма еще не построил. Да, вот же, вот храм и вот храм. А, ну вот, ускорение есть. Да ладно, ну что они там мне мочат всех? The day we stop exploring. Содержание юнитов убираем. Эти не склейки тупые. Думаю, убьют эту осадную башню, но все равно я смог частично, видите, напасть на Карфаген, и он не будет восстанавливаться, кстати. Так что, надеюсь, возьмем. Веры. Странно, почему тогда не покупалась. А, здесь я не могу, потому что еще не обратил в мою религию. Ну, сейчас не должны никого убить. Эту убили. Listen, strange women lying in pond. Так, кавалерию. Мало.
Неужели не возьму этим ходом? Да, следующим. И мне еще одного могут убить, между прочим. Ну ладно, может сюда уже не переться. Грека корпуса, то есть он уже в национализме. Но у него куча культуры, честно говоря. Ну что, давай только не убьет мне никакого юнита, и я Карфаген захвачу. Фуф. Ачивку какую-то получил за арабов даже. Загляните на сайт consolewar.ru, а после регистрации введите кодовое словосочетание Лёша Рептилоид. Ну а на сегодня все. Продолжение партии, надеюсь, появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Лёша Халец, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.